На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Тимофей Машевский, 6 лет, город Златоуст, стихотворение Владимира Степанова «Приходят к дедушке друзья». Приходят к дедушке друзья, приходят в день победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказы сокровенных, ведь повторять опять терять товарищей военных, которые ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я не прошу и каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с потерями шагала, о том, какая там пальба, как в сердце метит пули. Война, вздохнут они, война! А помнишь, как в июле я просто рядышком сижу, но кажется порою, что это я в лице вижу, что и я готовлюсь к бою, что те, кто письма пишет мне, уже не ждут ответа, что даже лето на войне совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу, все меньше их, но верю я, они приходят.